рад, что вы снова на ногах, генерал. Посмотрим, надолго ли. Привез вам, парни, сувенирчик. Зелнага восстановлен. Молю Бога, чтобы он сработал так, как мы рассчитываем. Уж лучше бы он сработал. Мне не улыбается рисковать жизнью из-за какой-то инопланетной хреновины. Верно, Тайкус. Но если бы я делал ставку только на артефакт, я бы столько не протянул. Мы в самом центре ада. И до сих пор живы только потому, что держимся друг друга. Не знаю, что вас вело, слепая удача или храбрость, в жизни не видел, чтобы паре оболтусов удавалось провернуть нечто подобное. Возможно, эта штука остановит королеву клинков. Но нам придется пролить немало пота и крови. После всего ада, через который мы прошли, я знаю одно. Мы можем положиться друг на друга и вместе добиться цели. Или погибнуть, если такова будет цена. Потому что есть вещи, за которые стоит бороться. Последний рывок. Ты готов? А то как же. Прикинь, саму королеву клинков завалим. В героях будем ходить. Старик Менгск у тебя еще прощение попросит. Давай сразу договоримся, Тайкус. Если Валериан прав и Керриган снова станет человеком, я увезу ее отсюда. Ты понял меня? Я понимаю тебя, Джимми. Конечно, ты хочешь, чтобы она вернулась. Но после всего, что она наворотила, скажем так, некоторые люди не заслуживают второго шанса. Это уж мне судить. Сколько же мы гонялись за кусками этого артефакта? А как собрали его, так места себе не нахожу. Отлично тебя понимаю. Смотрю на него и как будто слышу голоса. Скорее бы отделаться от этой штуки. Согласен. Однако сегодня этот артефакт – важнейшее оружие во всей Вселенной. И мы им воспользуемся. Кабы к нему еще инструкция прилагалась, а то еще свернем пространственно-временной континуум в бублик. Ну ты загнул, Тайкус. Это ж тебе не научная фантастика. Все эти годы Менгск изображал тебя эдаким дьяволом во плоти. Но я видел, как ты рисковал жизнью ради людей, которые с удовольствием пришили бы тебя. Вашего императора давно пора поставить к стенке. Я просто хочу, чтобы люди жили свободно. Знаешь, Рейнер, когда выходишь на передовую плечом к плечу с незнакомым человеком, принимаешь на себя вражеский огонь, держишь позицию, тогда и выясняется, кто чего стоит. Для меня честь сражаться вместе с тобой. Я ценю это, генерал. Моя вера в ваши способности укрепилась, командир Рейнер. Пришла пора нанести решающий удар. Используйте артефакт, чтобы нейтрализовать королеву клинков и положить конец этой кровавой войне.
Инженеры устанавливают артефакт Зелнага на базе в районе основного улья. Мы стягиваем к нему последние отряды. К сожалению, придется подождать, пока артефакт наберет достаточно энергии для удара по королеве клинков. По данным фонда Мёбиуса, излучение артефакта привлекает зергов. Когда мы окажемся на месте, эти твари попытаются пробиться к артефакту любой ценой. У нас не хватит сил, чтобы отбить массированную атаку зергов. В этом вам поможет сам артефакт. Судя по нашим данным, он может создавать так называемый энергетический взрыв, который убивает всех зергов, находящихся в радиусе его действия. Ничего себе. Единственный минус – после использования артефакту требуется некоторое время на восстановление энергии. Вызвать энергетический взрыв можно вручную. К счастью, частота излучения не влияет на человеческие организмы. Поэтому для нас оно безвредно. Как бы то ни было, сейчас нам понадобится любая помощь, генерал. К тому же, Керриган все еще ждет нас в гости. Да-да, я сегодня и шею помыл. Вы принесли мне артефакт. Как мило. Не придется собирать его по всей вселенной. Тревога. Приближается крупная группа зергов. Стольких нам не сдержать. Придется использовать артефакт. Неплохая защита. Но не более того. Мои войска неисчислимы, а ваши тают с каждой минутой. Исход очевиден. Есть работенка. Кого подлатать? А? Командир, зерги вот-вот пойдут в атаку. Вам нужно как можно скорее усилить оборону бункерами и дополнительными войсками. Если ситуация выйдет из-под контроля, используйте энергетический взрыв, чтобы очистить базу от зергов. Энергия восстанавливается довольно быстро, поэтому используйте артефакт, как только посчитаете нужным. Как скажешь. Есть, сэр. Точняк. Да. Пути. Есть. Кому наверх? Я уже заждал. Говори. Что еще? Что стряслось? А? Чего пугаешь? Так вы... Вару, давай, задавим их интеллектом. Приказы будут? Ну? А? Поди ж ты. Ваши войска атакованы. Ваши войска атакованы. Я уже заждался. Пристройка завершена. Как самочувствие? Я готова. Ваши войска атакованы. Я воронку делать будем. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Ваши войска атакованы. Сколько там? Так. Пока все ок, вроде, более или менее. По крайней мере, вот эти огненные мини-бетти, она же турель погибель, все спасает. Выкладывай.
Ваша пристройка, база атакована. ЭСН готов. Ложись! Ваши войска атакованы. ЭСН готов. Пристройка завершена. Где болит? Время действовать. Пристройка завершена. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Вижу все по взрослому. Улучшение завершено. Стволы наготове. Так точно? Пристройка завершена. Вся внимание. Смело. База атакована. База атакована. Приказ получен. Выкладывай. Ага. База атакована. За делом. База атакована. Мотор ревет. Вот, как они там закончат, они ее, наверное, впилят. Так, и я думаю, что улучшение, вот эти ребята могут... Наши КСМ атакованы. Недостаточно минералов. Впилить все неплохо. Вот здесь вот. Если это не сильно большая стая зергов, а это воздушные зерги, я думаю, что у меня все будет ок. Все, разбомбим, мы их вообще вызычим. Все, круто. А пусть наш гордый строитель продолжает строительство. Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Так, а вот тут начинается тот момент, который я не люблю больше база всего. Атакована. Это прибытие грёбаных. Турбина на полную. Уже там. База наши КСМ атакованы. Требуется дополнить. База атакована. Что происходит? Эй! Да! Тревога. Обнаружено пси-излучение класса 12. Приближается королева клинков. Устала я управлять своими малышами. Придется разобраться с вами лично. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Ты пожалеешь об этом. Мы отбросили ее. Так держать. База атакована. Я воронку делать буду. База атакована. Выкладывай. На связи. Давай, удиви меня. Будет сделано. Руку, база враги. Атакована. Сигнал получен. Вылетаю. Подтверждаю. База мотор атакована. Ревет. Тревога.
Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Недуса. Делаю. Сейчас мне будет больно. База атакована. Делаю. И по несколько там рабочих буквально хватает для того, чтобы все здесь контролить. Вылетаю. Подтверждаю. База атакована. Легко. Делаю. Утка подгорает. Подтверждаю. Прекрасно. Уже там. Улучшение завершено. Сэр, к вам направляются надзиратели. Приготовьте системы ПВО. Улучшение завершено. Куда лететь? Не очень. Ок. Ну, все, теперь отбился, все круто. База атакована. Запас энергии. Я вот думаю, парочку ребят отсюда сюда вот. База атакована. Переместить. Так, здесь все окей. Да, да. База атакована. Так, ребятки, кто-то из вас. Кругом враги! База атакована. Так. Здесь нельзя строить. Ну, это не очень ок, конечно, но... Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева Попробуем Клинков вот так. Возвращается. Нет, я только не мой любимый танк, сволота. Что такое? Да, командор. Блин, она еще и кучу... Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Недуса. Крупная группа летающих зерков. Да не очень. Ребята, вперед! Кому наверх? Думаю, что мои ребята справятся. Все внимание. База атакована. Время действовать. Давай. Наши КСМ атакованы. База атакована. Требуется дополнительное хранилище. И вы простите меня, господи, нечего так близко к нам подходить. База атакована. В принципе, здесь, наверное, так и оставлю. Здесь у нас что? То есть у нас, в принципе, тоже более-менее все ок. Есть, сэр. Наши КСМ атакованы. Тревога. Зафиксирована. Ну, давайте мы пробьемся вот так. Приближается червь Медуса. Сейчас просто поубиваем хозяев. Быстро вернемся база обратно. Атакована. Потому что хозяева мне немножко напрягают. Наши КСМ атакованы. Крупнейшая группа зергов уничтожена. Ну теперь мы можем, наверное, понасадить наших крутых строений. Улучшение завершено. Замечательно. Здесь нельзя строить. База атакована. Теперь здесь мы еще больше ставим наших друзей. В принципе, здесь меня все устраивает, но здесь хорошая оборона. Турбины на полную. Сделаю. Блин, ну вот за исключением одного момента. Давайте на вот так вот сделаем, наверное. Сейчас мы эту мразь убьем. База атакована. Угу. Так, точно. Шикарненько. Так, и нужно будет еще все улучшить. Опять же, воздух на атаку. По-хорошему и на защиту заодно. Ну, тут как получится. Требуются дополнительные хранилища.
Так. Атакована. Сюда, соответственно, мы, наверное, знаете, вот на него поставим. И будет все ок. Возвращается. И зачем вы сюда явились, недоумки? Штаб, я вас... Вызывали? Что ж, хреначим по всему. И по Квине в том числе. Так, мы Егей будем показывать, как все у нас круто. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается четверть. Она, конечно же, нам тут все немножко поломает, но я думаю, что ничего страшного. Держим строй. Все, хорошо. Так, точно. База атакована. И грянет гром. Вот там. База атакована. Еще одна крупнейшая стая зергов. О нет, что же мне делать? Что же делать? Что же? Что же для нас срать вообще? Как бы. Вообще как бы насрать, особенно если ты их ловишь в момент, когда они типа тупо только летят, и ты такой как бы вообще похрену. Что происходит? База атакована. Кругом враги! Вот, артефакт тем временем готов уже почти, что скоро будет. Поэтому проблем фактически не вижу никаких. Физическая активность. Приближается червь Медуса. Стволы наготове. База атакована. Отлично. Вот, отлично. Сигнал получен. Ну, честно говоря, вообще похрену. Опять же. Завершено. Турбина на полную. Уже там. Вылетаю. Одного потерял. База атакована. Двух потерял. Критично немножечко, но не так, что прям. Продолжаем клепать наших малышек. Приближается червь Медуса. Вы посмели атаковать моих КСМ-ок, вот вы твари-то, а. База атакована. Не, ну не твари, конечно же. Вообще. Как так можно? Как так можно? Нельзя так делать. Могу еще раз шмальнуть, в принципе. Не, не обязательно, но можно. Неужто? Да он пытается чинить кого-то и учинит в ответ. Вызывали? Я думаю, сюда можно послать еще парочку ребят. Есть, сэр. База атакована. Так, кстати, давайте спустимся. Спустимся на минералы. Просто спустить все. Больше у нас ничего здесь нету. Не приготовились мы фактически ничего. База атакована. Такой хлобысь. База, а ну-ка присядь. Это такой, ой. Излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Глупцы. Вы даже не представляете, в какую игру ввязались. Отлично. Месторождение минералов выработано. Ну и ладно. Утка подгорает. Мне жалко то, что она начинает с моего танка все время. Это меня прям бесит, честно говоря. Королева клинков уходит. Не прекращать огонь. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. Высылайте мешки для трупов. Уже там. Так, ну здесь вроде никого нету, вот там вот есть хозяева. Надо от них пошмалять немножко по ним. Улучшение завершено. Чтобы они сильно не борзели. Что такое? Тревога.
Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Нидуса. Глушитесь, что ли? База атакована. Уже там. База атакована. Наше КСМ атаковано. Хранилище. Месторождение минералов выработано. Давайте так, что ли. База атакована. Да, прием. Что же нам делать с этими стаями зергов? Прям даже не знаю. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Нидуса. База атакована. Цели получены. Вылетаю. База атакована. Врёшь, не уйдёшь. Ну ладно. Турбина на полную. Поняла. Вылетаю. Где крупная группа-то? А, вон она. Ну вот эти вот ребята реально напрягают. Давайте-ка с ними разберемся. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Не, мне, конечно, это здание уже нафиг не нужно, но... Просто обидно. Артефакт почти заряжен. Давайте, короче, вот продержитесь так, типа, еще кучку, немного. Кучку. Вот просто вжух. Здесь вот хозяин. Наглая морда. Прекрасно. Здесь вот куча всяких мелких. База атакована. В принципе, можно вот так вот сделать, я думаю. Класса 12. Чтобы они прихренели немножко. Возвращается. Игра затянулась. Время умирать. И просто куча маринада, ля-ля-ля-ля-ля. Не сдавайся. Пока, королева. Я слышу голос. Ну, блин, ты серьезно? Она и танк уничтожила, ну, обидно. Сигнал обидно. Получен. Высылайте мешки для трупов. Артефакт полностью заряжен. Сейчас или никогда, генерал. Давай. Итак, мы дважды прошли эту миссию. Надеюсь, вам понравилось. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Всем пока и удачи. Сара.
услышали. У вас есть приказ, мистер Финдли. Выполняйте. Тайкус, какого черта? Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее смерть — моя свобода. У нас всегда есть выбор. Да, жаль. Джим? Я здесь. Все хорошо. Вот, собственно, и закончился наконец StarCraft. С чем, собственно, я хочу вас поздравить, дорогие друзья. Ну и пожелать чего-нибудь хорошего, а также сказать, что, скорее всего, скоро выйдет новая часть StarCraft. И не так давно опять напомнили про пасхалки. Я вспомнил, что, блин, а я ведь их реально не доделал, и надо будет тоже этим делом заняться, поэтому... В общем, проблем много. Будем заниматься, будем доделывать, поэтому... Ждите, верьте, надейтесь. Тем более я обещал, что в августе все это дело будет потихоньку выходить, поэтому все круто. Я думаю, мы успеем все сделать как надо. Ладно, всем спасибо, всем удачи. Приходите на стримы, если они будут. Смотрите записи. Лайкайте, дизлайкайте в зависимости от вашего мнения. В общем-то, все у меня на сегодня. Всем спасибо, всем пока. Thank you.